Студенты Елабужского и Набережно-Челнинского филиалов КФУ вместе отметили наступление Нового года в спортивно-оздоровительном лагере «Буревестник». В программе праздника сегодня много интересного. Различные конкурсы на меткость, на ловкость. Также вот огромные лыжи, вы видите, у нас преподаватели катаются. Сегодня здесь очень много народу собралось. Все счастливы, все довольны, несмотря на прохладную погоду. У нас замечательные ведущие, хорошее настроение. И я рада, что мы собрались сегодня здесь большой дружной семьей. В ходе церемонии открытия состоялось торжественное награждение лучших студентов и преподавателей. Из рук ректора награды получили старший преподаватель кафедры теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности Светлана Шерифуллина и студенты Динара Алмагамбетова и Ксения Куксгаузен. Я приехал, чтобы поздравить вас с наступающим Новым годом, сказать вам огромные слова благодарности за вашу активную позицию, за что благодарят обычно все, поскольку от активистов нашей с вами жизни много зависит. И настроение в коллективе, и наше движение и наши позиции во всех рейтингах, о которых так много сегодня говорят, они тоже в основном зависят от активных, не бездушных людей. На спортивных соревнованиях студентов разделили на 10 команд и вручили им маршрутные листы. Участники выполняли определенные задания на меткость, ловкость и креативность. Однако организаторы мероприятия не ограничились одними только спортивными и творческими соревнованиями. Участников ждал еще один сюрприз. Поздравить ребят с наступающим Новым годом и пожелать им исполнения всех сокровенных желаний пришли Дед Мороз и Снегурочка. В них студенты Елабужского и Набережно-Челнинского филиалов узнали своих директоров Елена Мирзон и Махмуд Мутаганиева. Они вручили командам зимних забав подарки и пожелали ребятам крепкого здоровья, радости и успеха. Елизавета Евтефеева, Сирена Иванова, Айдар Салихов, Универньюз.